Приветствую, дорогие друзья, с вами Паркер. Решил запилить видосик по теме Андрезоры, да. Я хочу, чтобы вы еще раз посмотрели, да, какое преимущество дают эти настройки резкости в дровах NVIDIA, которые юзают Андрезорит, и насколько мерзопакостной становится игра человека, который подсел на это дерьмо. Да. Вот, возможно, даже это кого-то смотивирует не юзать эту дрянь, а играть, да, так, как это было задумано разработчиком и, естественно, с уважением к компонентам. А дым в CS — это неотъемлемый элемент геймплея. Его отсутствие кардинально поменяло бы ее. Ну, это однозначно, потому что дым внедрен в игру не от балды, да, то есть он очень важен. От него многое зависит в игре, и получается, если игрок видит через дым, а враги, да, не видят, то, соответственно, это ли не преимущество? Ну, естественно, это преимущество дает и довольно-таки существенное. Посмотрел я видос, который записал Pure на пару с Андреем. Ну, блядь, я если честно, в ахуе с их рассуждений, блядь. Такие пиздатые пацаны, ебать, там лайнеры не ебаться в рот, блядь, и несут такую ахинею, блядь, которую, ну, только, блядь, типочки с паблика могут, нахуй, рассказать, вот, серьезно. А, по их мнению, такое изменение дыма, это, типа, ну, нормально, в порядке вещей, и каждый себе может это так сделать, типа, все заебись, все нормально. Вот, только он, Pure, забыл уточнить такую, ну, незначительную такую, в кавычках, да, деталь. Естественно, это могут сделать все, у кого отсутствует совесть и уважение к игрокам сайта. То есть без проблем вообще. Если вы конченая мразь, то вы, естественно, можете это юзать, и все пиздато. Только, блять, это все превратится в бардак. Просто будет бардак на сайте конкретный. Вот. Вы не подумали, да, своими головами-то, что вообще произойдет, если все начнут юзать это? Как вы думаете, поменяется ли геймплей игры, если все начнут это юзать? Да, я вам так скажу, при таких раскладах смог в игре вообще можно будет убрать. Ну, тупо за ненадобностью. Ну, зачем он нужен, если через него будут все видеть? Вот, теперь пару слов про Андрезорида. Ну, по сути, что, ему абсолютно насрать вообще, что о нем думают другие игроки. Несмотря на весь хейт, да, который он получает в свою сторону почти в каждом миксе, его это вообще не останавливает. Ну, это такой ЧСВшный челик, по сути, у которого цель одна — рубить бабки с лиги. Ну, вот я такое, как бы, заключение сделал, да, для себя, что, ну, другими словами, я не знаю, как это объяснить вообще. Потому что челик просто в наглую юзает то, что нормальный игрок, нормальный, который любит эту и уважает эту игру, он юзать не будет. Вот, тем более с таким скиллом, который у него. А скилл у него очень высокий. Но, тем не менее, он наплевал на все и продолжает юзать. Что касается турнира, да, который вот закончился от АЧ, его предупреждали, что будет дисквалификация команд за юзание подобных багов. Но, думаете, он в этот момент думал о тиммейтах? Конечно же нет. Да ему плевать, собственно говоря. Вчера я смотрел штук 15 его демок, брал там рандомные катки, в общем, сыгранные за последние дни. Знаете, более пидорской и грязной игры вообще в принципе сложно представить. Вся игра челика строится на том, что он каждый раунд бежит в одну, там, две точки, да, в зависимости от респа. Кидает смок на выход, садится перед ним и просто пытается разглядеть в него врагов. Дает килл и убегает. Все. То есть вот, вот так вот происходит у него каждый раунд. Вот. Стреляет он жестко, говно вопрос. Но это еще больше вносит непонятки, зачем ему юзать эти настройки, когда и без них он неплохо бы играл. Я бы сказал, бы очень неплохо. Все его, в принципе, давно знают еще с Live CS, да, что игрок очень жесткий, но и для такого жесткого типа юзать такой хлам просто было бы стыдно, вот честно. Но ему не стыдно, потому что он такой человек. Он выбрал этот путь.
Ну, вообще, что, данный игрок, я считаю, просто упал ниже плинтуса в глазах комьюнити, да, FastCapNet. Ну, это, собственно говоря, и правильно. Ведь, по сути, сейчас он даже хуже, чем читер. Банально потому, что читеров-то хотя бы банят. Банят античит, банят по моментам, а его нет. И он продолжает портить игру тем игрокам, которые хотят катать по-честному. Ну, как это делали годами, да, все нормальные челики. Кстати, в этом плане мне нравился старый FastCap. Кто бы что ни говорил, да, но новый FastCap в этом плане просто сосамбу, да, делает там за обе щечки. Потому что неважно, каким способом был достигнут эффект прозрачного дыма, будь то удаление его из клиента, шнацбит, софт, замена спрайтов, вообще похую, что там человек делал, там тупо чекалась демка. Если с дефолтным смоком модельки не видно, все, до свидания. Вот. Такая небольшая речь вступительная. Вот. Дальше я там вставлю моментики, такое в стиле хайлайтов комментировать, я думаю, бессмысленно. Вот. Под музычку просто посмотрите моменты, насколько все это убого выглядит. Вот. И каждый для себя сделает выводы, юзать ему данное дерьмо. Или оставаться нормальным, честным игроком. Я заранее с вами всеми прощаюсь. С вами был Паркер. Удачи вам, любви и терпения. До скорых встреч. Пока. Выглядит здесь смог. Он более прозрачный. Точнее, не более прозрачный. Он такой же, в него ничего не видно. Ему нужно опускать прицел в пол, как, допустим, дефолтно это делают, ну, игроки в CS, когда хотят кого-то в дыму увидеть.